Привет, ребята. Сегодня ко мне придет Дракош. Он обещал мне рассказать сказку. И еще он мне сказал, что принесет мне зеленое яблоко. Давно не ел я яблоко. Ням-ням-ням, сейчас поем. Да, и где же мой Дракоша идет? Сейчас я ему позвоню. Где же мой телефон? Сейчас мы позвоним, Дракош. Алло, Дракоша? Алло, да, привет, Мишка. Привет. Привет, Дракош. Ты скоро придешь? Да, я скоро приду. Сейчас. Тогда я тебя жду. Яблоко возьму и приду. Жди. Вот теперь я взял яблоко и пойду к Мишке, угощу его. А еще я ему расскажу стишок. Сейчас скоро придет Дракоша и принесет мне яблоко. Вон идет Дракоша. О, привет, Мишка. Ты мне купил привет, ты мне принес яблоко? Да, держи. Какое вкусное яблоко, сейчас я его поем. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Сейчас откушу большой кусок, пол яблока сразу. Какой вкусный. Сейчас еще надкусу. Как вкусно. Еще кусочек. Вкусно. Почти ничего не осталось. Съел все яблоко. Надо. Вкусно. Ты мне еще принесешь потом яблоко? Да, принесу, Мишка. Сейчас выкинем кулечек яблочко. Пожалуйста, возьми, выкини его в мусорку, Дракош. Спасибо. Миша. Что? Помнишь, я обещала тебе сказать стишок? Да. Хочешь, скажу? Хочу, расскажи. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимою, летом стройная, зеленая была. Метела, пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Какая хорошая. И еще был. Какая? Труси. И дальше. Дальше? Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. А волк сердитый волк лисою пробегал. Молодец, какой хороший стишок. А мы сделаем елку? Да, завтра только. Завтра? Хорошо. Ребята, а вы подпишитесь на наш канал, и вы увидите нашу красивую елку. И мы туда повесим игрушки с Дед Морозами. Придет к нам Дед Мороз. Да? Да. Вы слышали, ребята, к нам придет Дед Мороз. И, конечно же, Снегурочка. Это хорошо. Хорошо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Сабинка Плюс. Всем пока! Всем пока!